Всех приветствую на своем канале. Сегодня поговорим о том, как установить Google сервисы и YouTube, в частности, на смартфоны, которые не поддерживают Google сервисы. Особенно остро эта проблема стоит у владельцев смартфонов Huawei и Honor. Сейчас, да, Honor отделился от Huawei, и они уже выпускают новые смартфоны с гуглами. Но владельцы старых смартфонов, более ранних версий, могут иметь эту проблему, а также владельцы смартфонов Huawei. Они до сих пор под санкциями. Я вам покажу утилиту, с помощью которой вы установите все гуглы на свой телефон. Это упрощенная версия. Есть, конечно, более тяжелый способ и долгий, но я сейчас не буду в него вникать, так как большинству он не нужен. Также многие люди, которые хотят пользоваться YouTube, часто скачивают различные приложения, как YouTube Wanted и, ну, и подобные ему. Но с помощью него можно просто просматривать видео, но никак не зайдя в свой аккаунт. Конечно же, нам это не нужно. Данная утилита будет работать, и вы полноценно сможете использовать все сервисы Google. Ну, переходим же к ней. Для того, чтобы ее скачать, вам нужно будет перейти по ссылке под видео на мой телеграм-канал. И там будет находиться эта утилита. Вы можете ее спокойно скачать. Называться она будет вот так: Dual Space APK-файл. Не бойтесь, спокойно скачивайте его. Разрешаете все права. Там несколько раз это будет запрашиваться. И программа установится. После того, как вы установите данную утилиту, у вас появится вот такой вот значок. Заходите в него. Обновлять не надо, в принципе. Здесь будут все нужные вам сервисы. Можете установить сам Google Play Market, YouTube, WhatsApp, Play Games для игр, Instagram, Gmail, Message и Facebook. Все спокойно устанавливается. Я вот установил YouTube. Захожу в него, спокойно пользуюсь. Версия для смартфонов. И не нужно будет, как многие, когда невозможно установить приложение, заходят в браузер. Это, конечно же, дико неудобно. А как работает это устройство? Это все просто. Оно подменяет ваше устройство, которое не поддерживает Google сервисами, допустим, на другое. В данном случае у меня Honor 30, а в настройках пишется, как будто бы это Huawei P30, который поддерживает Google. В общем, вот так вот, удобная вещь. Думаю, многие интересовались, как пользоваться YouTube, как скачивать с Play Market. Думаю, вот таким вот несложным видео я вам помог. Ну а вы, если вам понравилось данное видео, смог вам помочь решить вашу проблему, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и поделитесь этим видео. Я буду очень вам признателен. Всем спасибо, всем пока!